дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел. И мы продолжаем прохождение Operation Raccoon City. Сценарий за подразделение Эхо 6. То есть играем за хороших парней. Нормально. Так, и в прошлой серии мы встретили в... Ах ты, скотина. Что ты делаешь? Не кушай меня. У меня есть тесак. Ну, в смысле, не Марсенкевич, но... Тоже подойдет. Бешеные зомби. Такая тишина сразу. Блин, вот была бы эта тишина... Несколько минут назад, когда я начал серию. Почему все так по закону подлости получается? Что на стенах пишут? Всякий бред. Что-то про Амбреллу. Конечно, текстурки. Неизвестного года. Ну да ладно. Будем считать, что их взяли с оригинального второго Resident Evil для большей, так сказать, атмосферности. Так, это мы, кстати, буквы поломали или нет? Да, судя по всему, мы. Пока бешено стреляли. В основном я, наверное. Так, ну мне нужны патроны. Так, и давайте продвигаться. В конце предыдущей серии повстречали Джилл Валентайн, она от нас уже успела убежать. Сказала, спасать некого, сваливайте из города, все дела. В общем, как это было на протяжении третьей серии. То есть она пропагандировала побег из города. Так, это кто? Спецназовцы. Так, а это... А вот это сила Амбреллы. Раз, два, три... 4. Хватит стрелять по нашим. Я сказал, хватит. Чертов Немезис. Что ты сделал с этим Писадосом? Чуть по-другому не сказал. Так. Так, тут есть какое-нибудь, не знаю, дальнобойное оружие? Мне бы оно сейчас очень не помешало. Только ополчение. Так, вставай. Так, он тут что-то есть, да. Хорошо. Чередями стреляет. Так. Да, хорош ты. Да блин. Я тупо не успеваю их выцеливать. Почему Немезис вообще атакует только солдат? Почему не атакует своих? Они с ним бок о бок бежали. Ну, ушел. Так, за нами уже бегут. Почему-то только двое? Что странно. Все. Так, ну тем не менее, я возьму обратно свой опустошитель. Неплохая винтовка. То есть врагов она... Она свою основную суть делает, то есть автоматическая винтовка. Она быстрая, она более-менее точная. Врагов она сдерживает. Ну и в принципе все. А оружие возмездия это там, не знаю, ядерная бомба, пулемет Гатлинга, что-нибудь такое. У меня, к сожалению, этого ничего нету. Так. Видеокассета очередная.
неплохо закоротило. Что это за бумага падает горящая, не могу понять. Кто взорвал ларек Роспечати? Splinter Cell. Третий эшелон, все дела. А, этот парень, видимо, сбежал из Warface. О, да ну нафиг. Это то, что мне надо. Так, а сколько их осталось живых-то? 7 или 8, что ли? Как-то так. Не, у меня крупнокалиберный мне хватит. Ручной пулемет это потом. Так, ну что, идите сюда кто-нибудь. Да блин! Хотел кого-нибудь вылечить, не получилось. Ну, сам вылечился. Ой, боты, конечно, невероятно тупые, на самом деле. Они... Вот вы будете стоять на месте, да, вот так вот. Они будут полтора часа вокруг вас бегать, пока им не надоест. Вот видите? То есть искусственный интеллект в этой игре на уровне, даже не знаю, Марио даже выигрывает, наверное, в сравнении с ними. Причем именно искусственный интеллект у вот этих напарников. Про амбреловских, так сказать, и военных я ничего не могу сказать плохого. Ну разве что они как дурачки прутся толпами на тебя. Вместо того, чтобы искать укрытие там или еще что-то. В общем, дураки, одним словом. Так, Немезис, кстати, куда-то ушел так печально, он куда-то побрел. Знать бы куда. Кстати, неплохо так запарковались. Так, эти ящики... Нет, не ломаются, видимо. Просто я вспомнил 4-й резидент. Там было точно такие же ящики были. Не открывается. Не поддается. Так. Это нормально? Что световая шашка желтым цветом садит. Обычно красным там или, не знаю, зеленым на худой конец. Но желтым это как-то уже что-то новое. Что у нас? Молот. Нет, спасибо. Молот я ставлю для кого-нибудь еще. О! Знакомая, да, локация? Магазин Кенза. Кенда или Кенза? Как его? Кендо, по-моему. Кендо. Как раз таки тот самый магазинчик, в котором началось действие во второй части. Ну как оно там? Не то чтобы началось, но в самом начале было. Воу! Спокойно. Я сказал спокойно. Они что-то вдвоем прятались? То есть пока вся толпа шла атаковать, эти двое решили. Слышь, пойдем вон там спрячемся. Пойдем, да, пошли. Спрятались. Все, никто нас не найдет никогда в жизни. Мы в безопасности. Самые умные. Ну, в принципе, такая парочка всегда везде найдется. Если вспомнить фильм «Пираты Карибского моря», то там тоже была такая парочка, которая черти чем занималась. И в итоге в пираты подались. Так, тут у нас поломанная дверь. Покусанный уборщик. Все дела. Все как обычно, прям как у меня на районе. Так, что у нас тут еще интересного? Собаки гавкают. Причем, судя по всему, собаки, которые еще живые, они такие. Есть что-нибудь еще какое-нибудь? Видимо, нет. Вау. Так он нашел гатлинг. Так, ладно. Так. Вау. У нас проблемы.
Так, и на крыше, кстати, остался только я. Отлично. Искусственный интеллект, я тебя обожаю. Зарядился. Так, Мезис уже нет, ушел. Он остался на месте стоять. Просто пригнулся. Так, хорошо пришло. Вообще я никогда не понимал, почему у него половина головы зашита. Это, видимо, как-то связано с тем паразитом, который им управляет. Во, да? Походу патронов-то у меня нету. Так, ну что, пойдемте, собственно, поднимем нашу безголовую напарницу. Где не месяц? А? Я надеюсь, машина не взорвется. Куда вы все выбежали ты? Вообще-то мне нужна винтовка моя. Где она? Все? Бежим, сваливаем. Свалили. Какого хрена? Кто там ломает двери? Принимаю. Только без нервов. Только без нервов, мальчик. Блин. Упоротое прицеливание. Белоснежная улыбка не месяца. Я думаю, всем нравится. Знаете, он похож на бульдога какого-то. Стоит на меня так смотрит. Зарычал. Так. Понравилось. Еще понравилось. Смотри, аж парцер-то. Я не думаю, что на улице так уж холодно. Че они-то падают? Бе-бе-бе. Так, ну что, последний патрон на этого засранца. Черт. Да-да, нам надо выбираться отсюда. Я согласен. Так, ну что, я, короче, побежал за патронами. А они тут как хотят. Вот, блин, даже нету простейшего интерфейса, так сказать, отдавать команды своим этим. Соподчиненным.
Все, я валю. Так, это все упорно сделано. Так, ну будем надеяться, я продержусь некоторое время. Да блин. В этой игре сделано все упорото, но посмотреть вот эту кампанию все-таки я хотел. Когда она вышла. Поэтому я ее смотрю. Да блин. Хрена, почему пуля летит ниже? Это ж не Battlefield, в конце концов. Да. И встал. Обиделся. Ушел. Такой, да ну нахер, говорит. Так, ну мне бы не помешал спрей на самом деле. Сбегаем вниз, посмотрим, что там еще есть. Где он? Где Немезис? По-моему, я это зря спросил. Там лечилка. Надо сходить. Раушка-муравушка. Во! Иди сюда, мой хороший. А, я вижу, тебе понравилось. Давай, давай, покричи, выскажись. Тебя послушаю. Ты хороший, да, давай, давай, выскажись, выскажись. Никто тебя не слушает, никто тебя не любит на работе. Черт! А вот теперь дело в дрянь. Теперь дело реально дрянь. Потому что у меня нету спрея. Так, а где может быть спрей? Дубль 2. Shoot!
промышленных количествах исходит. Сейчас все будет. Ребята, вот давайте представим, до этого ничего не было. Сейчас все будет. Как так-то? Через него уже даже пролетело. Игра, ты решила меня потроллить? Плохая привычка. Так, он ушел. Ау. Больно, слушай. Что мне нравится, это вся заваруха происходит на бензоколонке. То есть это нормально, да, считается? Кстати, я перезаряжаюсь, по-моему, в два раза быстрее, чем положено было бы. Потому что я же говорил уже в первой серии, что... К сожалению, пришлось играть с чужим сохранением, где уже все прокачано. Другого не нашлось. Ты знаешь, что говорит? Мне нравится это. Отличная, конечно, фраза. Ни в силу, ни городу сказано. Пять патронов. Сейчас будет 10. Так. Стопы, тормози. Так, как так-то через него? Невероятно, конечно, скорость пули летит. Так, ну что, вниз за патронами? Да, вниз за патронами. А, я застрял в двери. Да-да-да, Старс, все дела. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче, парень. Так, ребята, обратно все. Девчата, ребята, все подряд. Все обратно. Я здесь там никто не помнит по дороге. Да, блин. Да, как так?
быстрее тоже стал. Стоит прямой. Вот, правильно, давай, иди к чему-нибудь. О, цистерни, она тоже взрывается. Давай, ты, ну, сколько можно-то? А, тупая цистерна. Нормально, ему с пистолета приходится. Фу, блин, уже я что-то запарился уже его бить на самом деле. И послушались, да. Так, ладно, возьмем гранатомет уже, задолбал. Старс, да, мы не Старс. Попади нас бить. Давай еще попади меня. Ау! Плохой день, плохой день. Дай пройти. Отлично. Мне интересно, на что она надеется, стоя рядом с ним и пытаясь в него попасть. Воу! Вышло даже лучше, чем я думал. Так, ладно, давайте возвращаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не, такими темпами бегать, перезаряжаться, это... Не знаю, это попа-пуль какая-то. Да, он пошел. Почему он стреляет именно по мне? Там еще трое бегают. Такие же, как я. Если на него, конечно, сбоку смотреть, он даже не такой уродливый, кажется. Command, all enemies have been neutralized. We're good. Copy, Echo 6. Video feeds on those hostiles show them to be Umbrella Security Service. Continue your mission. Go to City Hall and look for intel on the location of Umbrella's facilities. Ну, понятное дело, что мы его не убили. Ну, блин, это было запаристо. В общем, что я объясняю? Вы сами все видели. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, все. На сегодня, я думаю, серию мы закончим. А им получилось поменьше, чем предыдущая. Ну ладно. Не суть. Как-то так. Так.
Нет, не хочу. В общем, всем большое спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем большое спасибо за внимание еще раз. С вами был Павел. До новых встреч. Пока.